Приветствую вас, дорогие друзья, вы на канале Hardreset Info, и сегодня я вам покажу, как добавить события в календарь. Ищем наш календарь, заходим и нажимаем кнопочку «Добавить». И здесь мы можем добавлять название и прочие настройки. После того, как мы все добавим, нажимаем кнопочку «Сохранить», и событие добавлено в наш календарь. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи!